מתרבד מסביב, סנן את התפתיר בדיבור החוזר, אף אחד לא מקשיב. זה מופע של אימים, אין פה כללים, כולם צועקים, שוברים את הכלים. הרואה של הצון, לא רואה, לא שומע, בטלים באוטומט, לא מרגיש דבר, אז אם זום בכברת. Привет, привет, всем привет. Итак, обещанное видео, что у меня в косметичке для поездки. Я пропустила уже несколько поездок и, скажем так, не отчиталась, что я взяла с собой, потому что не было ничего интересного. И вообще я не каждую свою поездку какие-то делаю видео, отчеты и что-то рассказываю. Только когда у меня есть на это настроение, я не... Что такое? Что это? А, это на экране у меня там что-то. Мне показалось, что у меня здесь какое-то пятно. Так, не каждую поездку. Я здесь у меня лекарства. Если кому-то интересно, конечно же, ножпа. Лекарства на любой случай жизни. Почему-то, мне кажется, нет. Вроде все ровно, а? Потому что здесь как-то свет больше как будто высвечивает. Эта сторона кажется темнее. Ладно, это же я. Так, здесь у меня, значит, вот такая вот косметичка. Это у нас что-то Версачи, вы же понимаете. Версачи, что-то при покупке каких-то духов дали в подарок или типа того, да, наверное, когда, ну, неважно. Здесь у меня косметичка от Lancome маленькая, и в ней у меня лежит, что же у меня в ней лежит? Карандаши. Я не вожу в последнее время с собой тени, потому что у меня нету никакого желания сидеть какие-то там вырисовывать поездки вещи на глазах у себя. Я просто беру несколько карандашей. А где мой карандаш от... Тут должен был быть еще карандаш от Guerlain и карандаш для бровей. Или я что-то упустила? Интересно. Да, а я взяла же пуповский карандаш. Ну ничего, Guerlain тоже надо взять. Итак, здесь у меня карандаши просто в рандомальном, нахватанном порядке, без всякого... Хотела сказать, без всякого злого умысла. Кошмар какой. Это значит от Essence у меня здесь 4 карандаша Long Lasting Eye Pencil. Вот такие вот. Это у нас синий номер. Номер. Где у него номер? 09. Замечательные карандаши. Мне они очень нравятся. Я тонкие стрелки не вырисовываю, поэтому у меня никаких проблем нет. И даже, как кто-то говорил, если они засыхают и крошатся, фиг с ними, потому что они стоят 2 копейки. Номер 12 такой потрясающий, красивый, зеленый. И вот это тоже я, вот эта вся грязь у нас остается от большого количества наклеиваний инструкций на русском, на русском языке, на иврите. Потому что на русском языке я часто, вот когда мне кто-то что-то дарит из России, там вот такая, знаете, маленькая наклеечка, что-то, а у нас прямо хап, оп, пол карандаша у тебя какая-то непонятная инструкция. И 2 вот таких вот, один номер 20, Lucky Lead, это такой, знаете, серо-коричневый, очень красивый цвет, не черный, не коричневый, не серый, очень хорошо, мне кажется, выделяет глаза, в плане того, что в поездке, когда ты усталый, замученный, и у тебя такой вид, как будто ты разгружал вагоны, очень хорошо, что такое подчеркнуть глаза, немножко их выразить, когда ты вот так вот сам выглядишь, а тут раз... И бодрячком. Поэтому вот эти 2 покоричневее и посерее. Вот здесь у меня еще есть более такой коричневый. Это у нас номер 02 Hot Chocolate. Вы же понимаете? Так что вот. Один коричневый, один такой серо-коричневый. Они идут так пока в стороночку. Дальше карандаш для бровей от Pupa. Тоже не беру с собой никакие свои пудровые продукты для бровей. Какие-то кисточки, какие-то штуки. Карандаш элементарно. Здесь карандаш. Надо его подточить. Здесь вот эта вот штука, которой можно все это причесать. Очень удобно. Не люблю таскать с собой лишние 25 приспособлений. Здесь мое любимое сочетание карандашей. Вот этот Pupa. Сейчас я вам нарисую здесь его на руке. Он такой, знаете, серо-деликатно-металлический. К сожалению, не все вот эти карандаши мультиплей от Pupa хорошо держатся на глазах. Некоторые из них зверски отпечатываются, я большую часть уже выбросила, осталось, наверное, 3 из 7 карандашей, которые реально работают хорошо, не отпечатываются на верхнем веке, потому что у меня, смотрите, как, не знаю, видно вам или нет, да, у меня полностью ложится верхнее веко до ресниц, и если будет отпечатываться карандаш, это будет полный трэш. Значит, это у нас номер 08, и вот это вот номер 05 от этого кручивающийся вот такой вот карандаш от Guerlain. Я наношу их вместе в комбинации. Pupa более темный, этот более светлый. Видите, вот этот Pupa, вот этот Guerlain. Значит, этот я наношу на верхнее веко, этот слегка на нижнее. Они, в общем, одной и той же как бы цветовой гаммы, только Guerlain более такой бежевато-металлический, этот более уходит в коричнево-серый, тоже немножечко с металлическим отливом. Мне кажется, выходит очень хорошо, потому что более металлический отлив
и такой серо-бежевый. На нижнем веке, на верхнем веке более такой интенсивный цвет, и выходит такой очень благородный, дорогой макияж двумя карандашами. Очень люблю это сочетание. Так, карандашики в сторону. Так, это не так, снежечка. Куда я уже полезла? Дальше здесь у меня две пилочки для ногтей. Не знаю, почему две. А почему вот это грязное, я не знаю. Надо было взять чистую. Это вот для пудры от Пупа. И здесь у меня также я с собой нагребаю. Я никогда с собой не вожу парфюм. Я нагребаю кучу вот таких вот разных, которые у меня есть на затест миниатюрок, пробников, да, которые только с пульверизатором. Без пульверизатора нечего делать им. И вот здесь у меня есть все, что я хочу попробовать. Но наверняка я в Duty Free еще прикуплю какой-нибудь парфюмчик. Поэтому вот это идет сюда. Карандаши тоже идут в отдельный. Вот так все здесь это лежит с пилочками, чтобы просто не рыться и сократить себе время. Потому что я даже не каждый раз пользуюсь карандашом, не каждый день. И поэтому, может быть, я эту косметичку даже не буду особо открывать, только для парфюма. В плане крема то же самое. У меня здесь есть пробники разных кремов для лица от нашей фирмы Jade. Кстати, у них, как я вот изучала, здесь я не нашла у них, по крайней мере, на первых позициях, я у них не нашла силиконов, которые так плохо влияют на мою кожу именно в израильском влажном жарком климате. В Европе я могу носить любую силиконовую косметику, любые силиконовые праймеры, любой силиконовый крем. В Израиле я не могу это делать, у меня тут же забиваются поры, поэтому вот этот вот крем от израильской марки Jade я беру с собой. Тут, кстати, нет силиконов, как я сказала. Затычки для ушей, почему они здесь, они должны лежать в сумке. Это затычки для ушей, которые балансируют нам давление при полете, то есть не дают нашим ушам взорваться, когда самолет садится и взлетает. Супер классная штука, спасает меня от целой кучи проблем, которые я страдаю во время полета, потому что у меня просто голова разрывается, уши разрываются, это просто одна большая фигня. Я познакомилась с ними случайно в Германии, когда я поняла, что люди как-то решают эту проблему. Я пришла в аптеку и говорю: ребята, решите мне проблему, дайте мне что-нибудь. Они говорят: все элементарно, затычки для ушей, которые просто не дают давлению попадать внутрь, и это реально работает. Главное правильно их внедрить, они есть разные, поэтому я это доставать не буду. Зайдите в любую аптеку, и там нарисовано с самолетиком, целая куча есть разных опций. У меня было очень много и очень разных за это время. И да, эти одни из работают все, и работают все достаточно хорошо. Познакомилась, как я сказала, с ними очень-очень давно. Просто я, наверное, когда начала снимать свои видео, я как раз была беременна и не летала уже на тот период времени, но до этого, да, я тоже достаточное количество налеталась, перелеталась, и тогда вот я, в общем, не буду открывать, познакомилась с этой штукой, поэтому как раз вот сейчас я возвращаюсь к своим регулярным поездкам, потому что, ну, как-то ребенок маленький был, и это, и, как я говорила, я открыла свой канал, потому что мне было скучно, нечем было заняться, потому что я была как раз беременная, да, и что, не летать же, я не люблю экстремальных полетов. Здесь у меня белый спортивный пластырь, это фигня, которая работает абсолютно для любых мозолей, для любых каких-то проблем. Оно держит все, можно даже прилепить слона к вентилятору этим спортивным пластырем, и он будет болтаться на вентиляторе и не отклеится. Дальше вот такая вот кисточка, суперизвестная, это кисточка от... Вы знаете откуда? Я не помню. Черные нитки с иголкой, конечно, обязательно должно быть. Пудра от Пупа моя, которая, вот она, номер 04. 100 раз про нее говорила. Вот такая, слегка темная, но светлее у них нет. Хайлайтер. В виде хайлайтера я взяла какие-то огрызки от Elf. Я даже не знаю, что это. Golden Glow, что-то там. В общем, вот такая вот фигня. 100 лет назад его заказывала, где-то у меня завалялся. Поэтому с собой в самый раз. Здесь средство для удаления лака с ногтей. BB крем плюс праймер от MAC. Цвет Ultra Light. Он мне подходит только в Европе, в Израиле он мне забивает поры, потому что, ну, праймер и, видимо, силиконистый сильно для Европы, просто потрясающий. Я его наношу руками, он лучше всего наносится руками, кистью он полосит, я долго с ним мучаюсь. Кистью тоже можно как-то его уговорить, но руками проще всего, поэтому идеальное средство для поездок, как средство, которое лучше всего наносится руками, не надо с собой переть какую-то кисть, там как-то что-то с ней пытаться сделать. Поэтому идеально, хорошее покрытие и замечательно работает.
Дальше у меня вот такая вот палетка с румянами от израильской марки Джейд. Зачем я везу с собой палетку с румянами? Сейчас я вам объясню. В общем-то, да, так бы кто-то сказал, одни румяна вполне достаточно. Совершенно согласна, не первой необходимости вещь палетка с румянами, но так как я не везу с собой тени, потому что я просто ими не буду пользоваться ни разу, да, нет смысла мне их вести с собой, мне нужно зеркало. У меня есть такая же палетка с тенями, но тенями я не буду пользоваться, зеркало все равно вести надо. И здесь, видите, огромное просто зеркало, которое и оно стоит, и как надо вам крутится, вертится, очень удобно в него, просто вот взял и красишься, просто потрясающе. И румянами, скорее всего, разными я воспользуюсь 100%, а тенями вряд ли, поэтому... Так бы надо было вести или зеркало и отдельно румяна, или тени, которые мне не нужны, и отдельно румяна. Поэтому палеточка вот эта от Джейд с румянами для меня идеально подходит. Кто-то говорил, что что-то у него там пятнами. Я не знаю, у меня иногда бывают пятнами любые румяна, когда я плохо усадила тональную основу, когда она влажная или когда влажный воздух. И тогда, да, многие румяна пятнами ложатся, поэтому я хорошенько припудриваю сначала, потом все как масло ложится. У меня никакой проблемы с ними нет, и разными кистями я наношу. Кстати, сейчас у меня с кистями все банально. Я наношу румяна в поездке вот этой кистью от Guerlain. Это вообще, я думаю, кисть для пудры, скорее всего, но, знаете, пудра, не пудра, и румяна можно нанести. Здесь есть вот такая небольшая кисть, ей можно наносить, ну, там, не знаю, хайлайтер. Вообще-то, наверное, для тональной основы, но это везде кисть, как бы, да, можно что-то... Такая синтетическая, жесткая, но обычная, знаете, кисть для тональной основы, но можно приспособить. Поэтому вот такой вот мини-наборчик. Здесь от Oriflame это у нас крем для рук. Тоже миниатюрочка, замечательно. Также от Oriflame у меня здесь есть ночной крем для лица. Вот такая вот маленькая фигнюшка. Очень хороший крем. Прям мне очень он понравился. Как он называется? Не знаю, плохо здесь видно. У меня лампы засвечивают. В общем, вот. И вот такой вот от израильской марки Premier крем для глаз. Вот такой тоже неплохой крем. Вот у меня здесь осталось, я думаю, еще только на эту поездку. И до свидания, крем. Дальше Caroline Bold тушь для ресниц. Она сегодня на мне, по-моему, в коричневом только цвете. Не знаю, коричневого цвета никакого нет, поэтому берите любого цвета. Она вам даст потрясающе красивые черные ресницы, но ей надо уметь пользоваться. Я уже научилась, и за 2 секунды я ей делаю потрясающие ресницы. И очень ей довольна. Тоже это уже под конец идет, допользую, выброшу, но она маленькая, да, очень удобна для поездок. От израильской марки Wow беру контурирующее средство, но вообще это румяна, такой вот серовато-красновато-коричневатый цвет. На камере он выглядит немножко теплее, чем в жизни, но он мне очень удобен как раз вот чуть-чуть где-то добавить. Я люблю такие средства для контурирования, чтобы было... не совсем серо, потому что, ну, я не считаю, что мне идет совсем серый, мне выделяет эту ненужную белизну, серевизну, я даже не знаю, как объяснить лица, поэтому я вот пытаюсь что-то найти такое, чтобы, знаете, и как легкие румяна, но в то же время немножечко похолоднее. С ума схожу потихоньку, короче говоря. Это номер, какой номер? Это 04. Попробуйте, очень интересно, может быть, вам понравится, но на камеру оно передается спорно. Вот, стоит абсолютные какие-то копейки. Здесь у меня уже берюши для ушей, которые для шума, потому что в гостинице бывает шумно. Вообще новое место и шумное. Чтобы хорошо спать, мне надо закрутить уши чем-нибудь. Здесь два средства от Guerlain. Я вам показывала, там мама что-то покупала, и нам досталось две такие косметички и две вот такие вот здесь и здесь. И в той второй косметичке то же самое. Тут какая-то супер ночная маска для лица. Опять же, для поездок супер классно. Я ее уже вчера мазнула немножко, проверила, что у меня лицо не отвалилось. И вообще у меня нету, вот здесь написано, что здесь с пчелками. У меня нет на пчелок никакой аллергии. Я замечательно переношу все эти вещи. Поэтому здесь тоник, здесь вот эта замечательная маска, потрясающе. И на этом, пожалуй, и все. Закладываем все назад, а то, знаете, так показываешь, показываешь, потом приезжаешь и видишь, что половины вещей у тебя нет, ты их как показала, так и оставила успешно у себя дома. Вот, всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно, и увидимся в следующих видео. Мне же хорошей поездки, и пока-пока!